Ну вот начнем, я думаю, с самого старого, на мой взгляд, нового состава правительства. Как вы можете прокомментировать назначение? Ну, говорилось и говорено уже про новый состав правительства много, разные мнения, разные анализы. Не хотелось бы повторяться, ну, я сведу этот состав к оценке. Этот состав правительства подтвердил то, что у Хабирова практически отсутствует скамейка запасных. Об этом говорит то, что подавляющее большинство ключевых позиций сохранились. Было парочку странных вещей. Это вот когда пресс-секретарь превращается в вице-премьера. Непонятное назначение в силовом блоке. Хотя мы ничего не знаем об этом полковнике Росгвардии, посмотрим, что там будет. На мой взгляд, одной из крупнейших сенсаций этого назначения правительства была отставка Полстовалова. Совершенно предсказуема была отставка Киреева, потому что Киреев настолько дискредитировал себя и правительство, и отчасти самого Хабирова, что, наверное, убирать его совсем в ноль было логично. А вот по поводу Полстовалова, конечно, тут более интересная история в том смысле, что, во-первых, не справился, во-вторых, еще пригодится. Вот то, что его назначили на этот, казалось бы, незначительный какой-то на задворках пост по охране башкирского культурного наследия, теперь выясняется, что это очень даже нужная позиция, потому что вот в последнее время пошли документы по поводу соды, по поводу Куштау, и там как раз речь идет об культурном наследии и всевозможных архитектурных, археологических точках. Вот Полстовалов тут будет очень кстати, как говорится, подстрахует, решит как надо. А в целом, конечно, правительство и не то чтобы не порадовало, оно не удивило совершенно. Ключевой вопрос там был, понятное дело, Назаров. Этот вопрос не решился. Тоже много говорилось, почему и от чего. Есть представление о том, что попытки будут продолжены. Возможно. Может быть, оставят в том положении, в котором осталось это все сейчас. Для Хабирова, конечно, это большая неудача с точки зрения взаимодействия с Москвой, с точки зрения иллюстрации, насколько он обладает связями и возможностями в той же администрации президента. Такая, на мой взгляд, довольно ощутимая оплеуха из Москвы прилетела. За что, до конца непонятно. Но, судя по всему, уже какой-то набор ошибок, каких-то промахов уже сформировался со стороны Хабирова. В первую очередь, наверное, это касается все-таки результатов выборов. Москва не просила столько процентов. Москва даже рекомендовала не перебрать с процентами. Но тут сыграло какое-то эго, какие-то, значит, сравнительные цифры, лучше Хамитова, лучше того быть, и, в общем, то есть вот это... перебрали. Это мое предположение о том, чем может быть недовольна Москва, потому что результаты выборов Хабирова, которые на самом деле были и предсказуемы, и понятны, и действительно, он набирал большинство. Вопрос только вот сколько. А для него оказалось принципиально, что вот его никак бы не устроила цифра 71, ему нужно было вот такую вот гигантскую цифру, чтобы переплюнуть всех своих предшественников. Это вот такое число. То есть имело место быть это соревнование? Оно было только в сознании самого Хабирова и подогревалось, скорее всего, его же подчиненными, которые при помощи нагнетания этих цифр, они кто-то себе добился очков, кто-то выслужился. То есть, а в итоге в глазах и Москвы, и, в общем-то, наверное, всех здравых людей это выглядело довольно неприлично вообще. Такой результат. Хорошо. Ради Хабиров недавно возглавил региональное отделение партии «Единая Россия». Вот для чего это было сделано, по вашему мнению? Тоже обсуждалось, но я вкратце объясню. Была команда из Москвы. Это идея Дмитрия Анатольевича Медведева, что действующие губернаторы должны прекратить дистанцироваться от партии власти. Существует некая концепция возрождения «Единой России», то есть она противоположна концепции, которая тоже существует в Кремле, о том, что «Единую Россию» надо прекращать хранить и менять на что-то новое. Есть такая альтернатива, ее исповедует Дмитрий Анатольевич, как, собственно, лидер этой партии. Он одну из мер
для реинкарнации этой партии, значит, придумал такую историю, что губернаторы должны вот стать паровозами партийных организаций. Тут Хабиров в некотором смысле предвосхитил желание начальства. Когда он шел на выборы, он заявил настойчиво и однозначно, что я иду от «Единой России», и тут он оказался в очень выигрышной позиции, по крайней мере, в глазах Дмитрия Медведева, что он и так шел от «Единой России», а теперь еще и возглавляет, значит, партийную организацию республики. Ну, это вполне логично с его точки зрения. То есть это была команда, это не его инициатива. Ну, если вы говорите, Дмитрий Медведев, в принципе, дает вот такие рекомендации, да, чтобы губернаторы были ближе к партии власти, но в Москве в то же время многие кандидаты на выборах в Мосгордуму, они просто дистанцировались действительно и шли как самовыдвиженцы. Почему вот так? Об этом речь. Это хронология немножко здесь нарушена. Вот когда прошли выборы и когда увидели, что не только в Москве, но и во многих регионах губернаторы, которые шли на выборы, они шли как, без, как вне партии, как самовыдвиженцы, после этого было принято решение о том, чтобы прекратить вот эту, значит, тенденцию к отстранению, давайте-ка обратно, значит, собирайтесь туда же, откуда вышли, условно говоря. То есть выборы были до того, команда поступила после выборов уже. То есть, ну и вот Хабиров ее достаточно эффективно исполнил, эту команду. Тут нет никаких логических разрывов, тут все как бы последовательно. Вице-премьер Ирик Сагитов, вот о нем хотелось бы на нем остановиться, о нем поговорить. Дело в том, что вице-премьером назначили отца дознавательницы, изнасилованной коллегами в полиции. И в то же время, вот хочу отметить, Ради Хабиров отчитался перед заместителем министра МВД России о снижении преступности в регионе. Вот, там были слова, удалось снизить на 40-50% и так далее. Ну вот интересно, как так произошло и что вы об этом думаете? Вообще ничего не думаю, потому что, ну, во-первых, я не связываю назначение Ирика Сагитова с вот этим вот безобразием, которое случилось с его дочерью. Ну вот просто не связываю, потому что это действительно очень разные вещи. И когда говорят, что там Сагитова назначили вице-премьером, потому что изнасиловали его дочь, ну это глупость абсолютная, да? И вообще это не связано. То, что Хабиров отчитался о снижении уровня преступности, боюсь, что он имел в виду район Инорс, его им так трогательно опекаемый, где постарались снизить преступность уличную при помощи освещения улиц и планов по монтажу видеокамер. Там не смонтировали видеокамеры, там только грозятся их смонтировать. Я не очень доверяю, на самом деле, вот подобным отчетам, потому что криминальная статистика в нашей стране, во-первых, закрытая информация, ее нельзя проверить, ну, в полной мере. Во-вторых, это, ну, очень такая пластичная вещь, там, гоняем, подгоняем, крутим, вертим. Я не верю подобным реляциям, то есть никак не могу это все связать между собой, но по поводу Сагитова моя позиция такая, что, ну, это вот, надо прекращать говорить в связке о вот этой вот истории с его дочерью и с ним как с вице-премьером. То есть давайте посмотрим, что он сможет сделать как вице-премьер, как полковник Росгвардии и так далее. Ну вот просто было мнение, если мне не изменяет память, Ирик Сагитов, когда ему задавали вопрос про его дочь, он ответил: я с ней давно не разговариваю, кажется, что-то подобное, да, это не точная цитата. И вот, значит, в фейсбучном сообществе Уфы я увидел множество комментариев на эту тему, как он может чем-то управлять на государственном уровне, если он не может совладать со своей дочерью и как-то наладить отношения. Вот. На мой взгляд, это досужие домыслы, какие-то спекуляции. Ну, вообще, неприличный разговор, на самом деле. То есть, надо бы, пожалуй, человека оставить в покое, потому что, как бы ни складывались отношения между отцом и дочерью, особенно взрослой дочерью, и вполне себе уже сформировавшимся полковником Росгвардии, это их личное дело. Да. То есть вот не хотелось бы, на самом деле, уходить в такую желтизну. Плохо это, нехорошо. Хорошо. Путин назначил начальника УФСИН по Башкирии, им стал Алексей Чириков, сменил на этом посту Ильнура Адагамова, вот, который временно исполнял обязанности начальника управления республиканского УФСИН с сентября текущего года. Вот почему это произошло, как вы думаете? Почему заменили? Я полагаю, это обычная штатная ротация. Никаких особенных скандалов у УФСИН по Башкирии не было. То есть мы не Пермский край, мы там не
вот эти ужасные, значит, ярославские колонии. То есть я не вижу, чтобы для кадровых решений были какие-то там экстраординарные причины, а ротация в этих структурах, она постоянная. То есть там и идет и повышение, и выход на пенсию по возрасту, там всякие такие истории. Я, честно говоря, не очень следил за предшественником нынешнего руководителя в СИН, так что... Но предшественник не совсем долго был, с сентября текущего года. Очень много технологий есть вот в этих кадрах. Там есть регионы, трамплины. У нас тут как-то однажды министра юстиции назначили, а он через 8-9 месяцев превратился в министра юстиции Российской Федерации. Да? То есть, ну, есть такие истории. Они ничего общего не имеют ни с состоянием ведомства, ни с процессами, которые там идут, там. По-разному бывает. В общем, ничего интересного. Абсолютно. Хорошо. Приватизация жилья чиновников по более простой системе. Недавно было объявлено об этом. Вот как вы можете это прокомментировать? Дает ли это некую почву для мошеннических каких-то схем? Ну, наверное, 159-я статья здесь ни при чем. Но вот эта история о том, что Хабиров... в самом начале своего управления республикой, уже в статусе законного главы, начинает выдавать преференции чиновникам, это говорит о том, что, ну, во-первых, он не уверен в преданности этого круга, и нужно людей мотивировать, заинтересовывать. Потом это говорит, конечно, о его подходах таких вот очень архаичных, потому что... с окончанием эпохи Муртазы Рахимова окончилось бесплатное жилье для чиновников. При Хамитове жилье не давали чиновникам. Причем очень строго это было. Не строили, не давали, не тратили на это деньги. Теперь Хабиров будет раздавать служебные квартиры в собственность чиновникам. Значит, он будет вынужден строить служебные квартиры, потому что этот фонд должен так или иначе сохраняться. Будут раздавать квартиры депутатам госсобрания. Это очень сильно похоже на подкуп, потому что все эти люди не самые нуждающиеся в жилье. У нас в республике огромная проблема с жильем, и с ветхим жильем, и с долевым строительством, и прочими вещами. На этом фоне подобная инициатива выглядит, ну, как минимум, неприличной. И, ну, я не знаю, насколько незаконно это вообще выделение вот этого жилья, потому что одно дело, когда предприятие строит там какой-то жилой фонд, потом определенным образом там мотивирует своих работников, выдавая эти квартиры там в пользование или в собственность и так далее, или позволяет выкупать там на льготных условиях, но предприятие извлекает прибыль, работает, платит налоги, а что за организация там, например, там министерство, ведомство, администрация, главы? Это же бюджетная организация, то есть все, что там происходит, происходит на деньги налогоплательщиков, то есть получается в переводе на русский язык налогоплательщики покупают квартиры чиновникам теперь, да? С благоволения дорогого Радия Фаритовича. Ну, не очень прилично это выглядит, не очень здорово, честно скажем. То есть, и причем это вот так быстро, только-только человек заступил на должность, сразу же объясняет, насколько хорошо будет жить теперь чиновничество, ну, главное, чтобы оно исполняло там волю начальства, да? Ну вот как раз параллельно про увеличение зарплат тем самым бюджетникам в 2020 году. Во-первых, вопрос, как вообще это можно реализовать, возможно ли, по вашему мнению, и это тоже неким образом вот касается вот этой темы подкупа чиновников? Ну, это как раз немножко другая история, потому что бюджетники — это не обуза государства, как, скажем, чиновники, это функция государства. То есть это учителя, это врачи, это правоохранители и так далее. То есть это те люди, которые обеспечивают функции государства. А увеличение зарплаты, безусловно, возможно хотя бы потому, что номинально растет бюджет во всех регионах, у нас в том числе. Мы пока не понимаем, о каких цифрах идет речь. Хабиров очень абстрактно высказал, сказал, что все это заметят. Ну, то есть там 100 рублей они заметят, или 1000 рублей, или там 20 тысяч, мы не знаем. Бюджет только на прошедшей неделе был передан на согласование в госсобрание, и мы пока толком не видели его строчек и не понимаем, о чем идет речь. Пока это выглядит как громкое заявление. Нет, вот касаемо бюджета Башкирии на будущий год, в госсобрании ведь пройдут публичные слушания
по этому самому бюджету. Такая процедура, напомню, с 2017 года проводится. Вот это какое-то движение в сторону демократизации или, в принципе, мнение людей, которые, кстати, каждый желающий может туда прийти на эти публичные службы, или это мнение не будет услышано, как вы думаете? Просто декорации, потемкинская деревня получается некая. Как все публичные слушания у нас в стране устроены, это так, что можете говорить все, что угодно, а решение будет принято вне этого мнения. То есть я не говорю о том, что оно не будет учитываться, но оно может быть принято вне этого мнения. То есть мнение людей, присутствующих там, участвующих в обсуждении бюджета, не имеет юридической силы. Это первое. Второе. Ну, то, что бюджет обсуждается и хотя бы раскрывается, это уже важно. Однако вообще бюджет – это очень сложная вещь с точки зрения даже технологии его составления и прочтения. Много лет назад, наверное, лет там 6-7 назад я как раз занимался вот этими открытыми данными. И тогда была идея еще на федеральном уровне, когда мы работали там в структуре федерального правительства, была идея об открытом бюджете, когда граждане могли получить инструмент прочтения этого бюджета, потому что человек неподготовленный, бюджет прочитать не в состоянии. Это настолько сложная вещь, и она, ну, так, на мой взгляд, с одной стороны бухгалтерски сложная, с другой стороны намеренно усложненная структура. Потому полноценного обсуждения, скажем, там, в стенах госсобрания быть не может. Ну, вспомним, давайте, историю 2-3 лет назад, когда на выходе из госсобрания, когда обсуждался бюджет очередной, журналисты опросили депутатов и спросили, а что вы думали, что вы думаете о бюджете, а как вы его охарактеризуете? Депутаты квадратными глазами на них смотрели, говорят, а мы не читали, нам дали, мы проголосовали. То есть они сами не все в состоянии усвоить и понять структуру бюджета и понять, ну, скажем, развесовку вот этих статей расходов, что куда уходит, что куда перетекает, где статьи расходов, которые имеют некую пластичность и потенциал перераспределения, например, в будущий период. Потому что бюджет никогда не статичен. Он в процессе его исполнения меняется, что-то перераспределяется, недовыполняются некие строки бюджета, какие-то перевыполняются, нужно искать небюджетные средства и так далее. То есть, к сожалению, квалификация наших депутатов госсобрания, она, ну, ухудшается от состава к составу. Я не полагаю сейчас и не думаю, что сейчас там увеличилось количество людей, способных читать бюджет. Так что все эти слушания, ну так, подводя итог этому вопросу, эти слушания скорее, конечно, лишь форма, а никак не содержание. То есть пользы из этих слушаний для населения точно не будет. А вы говорили про создание, вероятность создания вот этой упрощенной системы понимания бюджета, чтения, да, его. То есть движений в эту сторону никаких и не было с тех пор? Ну, с тех пор, как закончилась история открытого правительства, так и закончилась эта идея. Речь шла не об упрощении, а речь шла о создании механизма, когда можно было бы, например, понять, сколько конкретно выделяется бюджетных средств, например, на вот этот район, на этот, значит, на эту статью расходов, да, то есть, условно говоря, там детские сады, школы, там озеленение, дороги, еще что-то, да, то есть это такая машинка, которая расшифровывает автоматически вот эти все вещи, то есть человек задает понятные вопросы и получает ну, точные данные, да, например, что там на благоустройство вот там Кармаскалинского района выделено, условно говоря, там 80 миллионов рублей. А дальше можно проанализировать реализацию этого бюджета. Сейчас там все очень запутано, сложно, там обобщено. Понять простому человеку, конечно, бюджет ни региона, ни России, ни даже иногда города невозможно. Вот мы с вами затронули избрание Флюра Асадуллина, это, по вашему мнению, незначительно, да, и так далее. Но смотрите, вот в этой сфере, в бизнес-сфере региона, еще изменение такое произошло. С 1 ноября у нас новые законы стали действовать, да, в стране, и вот в каждом из муниципалитетов Башкирии появится вице-мэр по предпринимательству. Как их называют, бизнес-шерифы. Интересное название, конечно. Вот, а они же новые заместители, руководители городов. И, как сказал сам Радь Хабиров, двигать бизнес и защищать интересы предпринимателей они собираются. Вот скажите, это вообще эффективно? Вот абсурдность всего этого можно характеризовать одним простым вопросом. От кого будут защищать замглавы администрации районов бизнесменов? От главы администрации они будут защищать? От прокуратуры районной? От кого будут защищать вот эти заместители главы администрации? Ну, это все из той же самой серии, когда, ну, вот мы плодим сущности, подсознательно государство понимает, что бизнес сужается, сжимается, объемы уменьшаются, количество занятых в частном бизнесе падает, в стране сотнями тысяч закрываются предприятия, в том числе ИП и малые и так далее. Это
государство это понимает, что это катастрофа, понимает, что нужно с этим делать, оно не знает, что делать. Оно теперь уже готово защищать от самого себя при помощи самих себя, значит, вот этих несчастных бизнесменов. У нас уже прошли эти показательные выступления, когда там, значит, сидит череда такая, длинный стол сидит, там 10 представителей администрации, перед ними на стуле сидит, как приговоренный, значит, местный бизнесмен, который им рассказывает, как он сейчас там, значит, построит киоск и будет там торговать шаурмой. Это все, ну, на мой взгляд, конечно, некие декорации, некие костыли. То, что бизнес нужно развивать, это факт, и это не нынешняя власть придумала, это вообще закон экономики. К сожалению, они не понимают, как. И все, что им приходит в голову, это назначить нового зама главы администрации, выделить, кстати, достаточно существенные деньги на содержание этого зама главы. В каждом районе, у нас их 64 муниципалитета, появляется такой человек. Это значит 64 автомобиля, 64 приличные зарплаты, всевозможные, значит, кабинеты, ручки, бумажки, компьютеры и прочее, существенные расходы. То есть это бесполезно? Оценить эффективность, я не знаю пока, оценить эффективность никто не берется, потому что нет элементарной KPI. Вот давайте через годик соберемся и скажем, вот конкретный Рамиль из города Сибая, который теперь стал заместителем главы администрации, Хисамединов Рамиль, мой добрый приятель, он стал заместителем руководителя сибайской администрации, вот именно таким вот бизнес-шерифом. Давайте через годик Рамиля вызовем и скажем: Рамиль, рассказывай, сколько лично ты привел проектов, и они реализованы, вот год прошел, уже там, значит, появился результат. Если такой будет постановка вопроса, ну, может быть. То есть можно ошибиться, можно через год сократить эти должности. А то, что сейчас сделано, это, на мой взгляд, декларация. Ну вот мне интересно, а зачем это нужно было, в принципе, если у нас есть уполномоченный по защите прав предпринимателей? Я так понимаю, он же не один там сидит у себя в кабинете. А у нас еще есть целый огромный корпус законов, которые защищают предпринимателей. Есть суды, есть там прокуратура и прочее, прочее. И все это не работает, и теперь нам нужен Рамиль Хисамединов, который спасет предпринимательскую среду в городе Сибая. Понимаете? То есть вот логику. Это, ну, очень сильно отдает казухой. Ну, а скажите, а как тогда двигать бизнес? Что бы вы сделали на месте? Ну, некорректный вопрос. Что бы я сделал, если бы я был президентом? Да? Ну, как, или хотя бы главой? Стратегия очень простая. Значит, нужно... Если, понимаете, мы находимся в тисках системы, когда есть федеральное законодательство, есть региональное законодательство. У региона очень мало возможностей реально дать послабление. Только снижение некоторых местных налогов, но это палка о двух концах. Если мы снижаем местные налоги, вот то, что в наших полномочиях, соответственно, мы уменьшаем поступление в бюджет. Вот в чем дело. То есть и федералы будут смотреть, как. Вы сами решили так, ребята. Мы вам не будем помогать. Вы себе же сами отрезали ноги, да? Значит, живите как хотите. Начинать, конечно, надо с федерального законодательства, которое, к сожалению, вот, допускает вот этот бесконечный, там, многократный контроль за бизнесом, ужесточение сейчас этого, значит, фискальной этой политики и прочих вещей. Это все душит бизнес. И Рамиль Хисамединов, боюсь, не в состоянии. Просто технически, и сил у него нет, и полномочий для того, чтобы вот в городе Сибая, например, навести этот порядок. Я нисколько не сомневаюсь, что будет там явлена миру замечательная статистика, когда говорят, что вот недавно у нас на одном из отчетов произошел такой неприятный прокол. Численность занятых в малом бизнесе падает, а количество предприятий растет. По словам госпожи Бойцовой, да. То есть количество малых предприятий стало неимоверным образом, ну, с приходом, конечно, дорогого Ради Фаридовича, естественно, только потому оно стало увеличиваться, а вот численность занятых стала снижаться. Объяснить эту математическую загадку госпожа Бойцова никак не смогла никому. То есть я не сомневаюсь, что отчетность появится, и все будет здорово, все будет классно. Вот как все будет в реальности, вот вопрос. То есть насколько эта система и насколько эти бизнес-шерифы вообще в принципе в состоянии облегчить участь там местных коммерсантов, я не знаю. Но у нас теперь Андрей Назаров в правительстве, который, в принципе, от бизнеса недалек, и может быть... От бизнеса недалек, это, да, так здорово сказано. Ну, безусловно, Андрей Геннадьевич очень хорошо понимает, как устроен бизнес, он прекрасно понимает, как это работает. Не знаю, насколько он хорошо понимает, как торговать шаурмой, но как строить там дома, он давно уже разобрался. У него есть шанс, условно говоря, понимая эти механизмы, их налаживать. То есть, например, там у господина Беляева этих шансов нет по определению, потому что он вообще ничего не знает в этом смысле. А вот у Назарова, да, есть. Но будет ли он применять эти свои знания, вот посмотрим.
Хорошо. Совет по правам человека. Перейдем к этой теме. В принципе, уже прошло, ну, как сказать, немного времени, но время прошло. Вот, и конкретно остановлюсь на деле Айрата Дильмухаметова. Вот это решение, которое СПЧ все-таки не приняли, да, там очень много членов воздержалось просто. Как вы это оцените? Это может что-то говорить нам об СПЧ в целом? Ну, я с самого начала очень негативно оценивал вот этот орган, который вырос у Хабирова после того, как он стал главой уже законно, вот эту всю идею, вот это дублирование, значит, на региональном уровне. Я вижу его состав, этого органа, он меня удручает. Я понимаю и знаю пофамильно, кто блокировал вот эту историю с вопросом Айрата Дильмухаметова. В первую очередь, там, вот это вот в недавнем прошлом большая и ярая защитница башкирской идентичности мадам Гайсина, которая главная выступила против вот этого вопроса по Айдару Дильмухаметову. Я опечален этим, потому что моя позиция такая, что те меры, те санкции, которые сейчас применяются к Айрату Дильмухаметову, независимо от того, ну, что будет доказано в конечном итоге и что будет ему вменяться в вину, я считаю эти меры избыточными, я считаю, что они антигуманны. Я считаю, что вот именно святая обязанность Совета по правам человека и либо другого подобного органа или организации заниматься именно упорядочением вот таких вещей. Они отказались от этого. Они будут сейчас там кошечек охранять там, или еще какие-то вещи. Я не знаю, чьи права там будут защищать, там, в том числе Гайсина, Кобзон и прочее. Но мне отвратительно на это наблюдать, если честно. Ну вот знаете, вообще о составе Совета по правам человека говорили многие. Вот, Николай Евдокимов у нас был в эфире недавно, там Владимир Кобзев даже тот же недавно был в персонально ваш. Все почему-то говорят, что состав очень разношерстный. То есть, в принципе, люди, которые были выдернуты из определенных сфер общественной жизни, так сказать, и они просто, понимаете, вот многие не знают, наверное, даже, кто такой Айрат Дильмухаметов, они не в курсе. Многие из членов СПЧ, вы имеете? Да. То есть, как они могут к общему знаменателю прийти в таком случае? Я никак не допускаю, что кто-нибудь из них не знает. Я с подавляющим большинством членов СПЧ от этого лично знаком. Кобзев не знает. Не знал, не разобрался, он говорит, в этой проблеме. Я не могу комментировать Кобзева, потому что я не врач. Хорошо. Понимаете, да, это вне моей компетенции. Вот. А нет, конечно, они все это прекрасно знают. Конечно, они все это прекрасно понимают. Те, кто говорят, что мы не знаем, они лгут вдвойне. Вот я так полагаю. Но можно просто не знать подробности. Вдруг действительно... Нельзя не знать подробности, находясь в Совете по правам человека. Угу, отлично. Смена руководства того же самого федерального органа, да, Совета по правам человека, будет ли он иметь какие-то последствия для региона, как вы считаете? Я думаю, что вообще федеральная тема, Федеральный совет по правам человека, близится к своему закату. Эта тема отработана, я имею в виду, федеральными властями, он больше не нужен. Сейчас изменилась ситуация. Тогда, когда его создавали, он был нужен как некая декорация, как некий демпфер, который смягчал вот эту ситуацию с нарушением прав человека. Сейчас тенденция такая, что она больше такая советская. Нарушений прав человека меньше не станет, будет меньше внимания, меньше акцентов, меньше согласия с тем, что это вообще существует. То есть, соответственно, этот совет становится не нужен. То есть здесь Хабиров немножко, догоняя паровоз, попытался, значит, имитировать там федеральную конструкцию, хотя, наверное, стратегически этого делать не нужно было. Угу. Ну, с точки зрения, опять же, логики Кремля. Давайте вот вернемся к Айрату Дильмухаметову. Все-таки хотелось бы спросить, это четвертое уголовное дело. Угу. Зачем так долго тянуть? Ну, это тактика правоохранителей, у них есть своя логика, я не пытаюсь ее обсуждать, в том смысле, что вот, ну, приговора же еще нет, есть только там определенные, значит, обвинения. Чем закончится эта история, я до конца не понимаю. Я даже не знаю предмета торга, если он вообще существует. По-моему, здесь такая ситуация сложилась, что вот надо доводить до конца, вот такая логика. Если уж мы человека обвинили в столь серьезных вещах, мы это докажем. То есть, мне кажется, такая логика. То есть, зачем 4? Ну, на всякий случай, для надежности. Ну, то есть, если они, в принципе, снимут обвинения, то это как-то дискредитирует тех, кто эти обвинения выносил? Ну, конечно, да. То есть, к сожалению, получается так, что у нас
оправдательный приговор является обвинением обвинителей, да, то есть вот как только человека оправдывают и говорят, нет, придется это не было... сажать, нет, ну убирать. Не то чтобы сажать, а вот, ну, условно говоря, это там какая-то отрицательная оценка той же прокуратуре или там, mm-hmm. тому же ФСБ, да, а что же вы полгода человека держали в тюрьме, то есть тем более особенно, когда ситуация связана с лишением свободы на этапе следствия. Это довольно серьезная история, то есть люди могут требовать и компенсации всевозможных, там, и моральных, и материальных. Это, ну, и действительно, как вот человека продержали полгода в тюрьме, а потом говорят, ой, извините, мы ошиблись. Угу. Ну, как бы, это действительно ведь очень негативная оценка качества работы, да? То есть, если вы в чем-то человека подозреваете, ну, у вас должны быть реально обоснованные для этого какие-то факты. Ну, то есть, теперь, к сожалению, получается так, что следствие находится в такой ситуации, что, ну, они будут вынуждены доказывать свою правоту, либо добиваться, чтобы эту правоту признал суд, что у нас, на самом деле, тождественные явления в стране и понятия. А как вы думаете, почему вообще такое внимание приковано к персоне Айрата Дильмухаметова? То есть это некий Иван Голунов Башкирии? Ну, не совсем. Во-первых, ну, начнем с того, что Айрат действительно заметная фигура. Отметим, что таких фигур у нас мало. Не потому, что Айрат самая заметная, а потому, что их в принципе мало. Вот. Во-вторых, Башкирия все-таки обременена определенными национальными особенностями и в том числе национальными проблемами. Айрат говорил об этих вещах. Ну и добавим сюда, там, скажем, ну, оригинальность мышления и некую своеобразность изложения мыслей, которые Айрат практиковал. Соответственно, вот все это вместе дает внимание. Ну, на первом месте, на мой взгляд, дефицит серьезных и значимых политических фигур в политической сфере. Вот самым ярким оказался появилась одна персона, да, и да, зацепились. Да. Ага, хорошо. Хотелось бы затронуть московское дело. Хоть это и федеральная повестка, но все-таки Айдар Губайдуллин наш земляк, да? Это нас касается напрямую тоже. Вот его отъезд из России, обыск у его родителей и так далее. Вот скажите, к чему это может привести все-таки? Есть какие-то последствия? Возможно, может быть, его родные не дадут им просто покой. Что может происходить Нет, дальше? Нет, в контексте Губайдуллина ничего дальше происходить не будет. Пример Константина Чадлина нам это подтверждает. Человек убежал, ну, условно говоря, его проворонили, его не смогли задержать, пресечь его отъезд. Ну, там, достанется по шапке там, тем, кто за этим надзирал. Все. Я не думаю, что сейчас не такие кровожадные времена, чтобы там родители начали преследовать еще что-то. Ну, они скорее пытаются расследовать обстоятельства его отъезда. Ну, то есть, кто с кем о чем договаривался, как кто там кому помогал, угу. как обычно бывает в таких случаях, и на этом все закончится. Если он надежно уехал, я не знаю, в какой он стране находится, он сам там как-то немножко глумится над правоохранителями в Фейсбуке и везде, но если он уехал надежно и в страну, которая не выдает по подобным запросам, то и дальше продолжения этой истории не будет. Ну, вот многие говорят о том, что это как-то может повлиять на другие решения по поводу фигурантов и так далее в будущем. Безусловно, да, потому что это прецедент, это ситуация такая, что тоже следствие будет всегда характеризовать следующую картину, что вот смотрите, один уже убежал, не дадим убежать другим, да, то есть там предварительное заключение будет практиковаться чаще, да, то есть лишение свободы, СИЗО и так далее, да, конечно, это наверняка случится. Но он плохо поступил, по вашему мнению? Нет, ну человек совершенно закономерно думал о себе, это нормально, то есть человеку в первую очередь свойственно думать о себе, а потом о других, то есть и речь шла о его судьбе, судя по всему, он никакой не герой, сам он говорил, что он там не пламенный революционер и не террорист и не какой-то смертник, соответственно, ну, человек естественным образом про себя думал. Ну, как здесь быть, когда стоит дилемма? Ему сесть в тюрьму или эмпирически испортить там перспективу для каких-то других людей? Конечно, человек в первую очередь о себе задумался. Наш слушатель задает вопрос, все-таки прочту его, что уже официально из бюджетных средств квартиры раздали? Есть эти документы, спрашивает наш слушатель? Нет, речь идет, видимо, о этом решении Хабирова. Нет, Хабиров подписал порядок приватизации служебного жилья. То есть тот механизм, когда человек, получив служебное жилье, когда он чиновник или депутат госсобрания, впоследствии через определенный механизм получает это жилье уже в собственность навсегда себе. То есть до сих пор этот механизм существовал, но он был в определенном смысле заблокирован.
То есть и он не практиковался долгие годы. То есть вот это служебное жилье не выдавалось в конечном итоге тем, кто в нем там жил по долгу службы, условно. Ну вот это как раз ответ на второй вопрос слушателя. Он спрашивал, я думал, что все-таки служебное жилье депутатам на законодательной основе выдавали всегда. Его выдавали всегда, но оно не переходило в собственность. То есть человек заканчивал свой срок там депутатства, он уезжал, квартира там переходила следующему депутату, это был вот этот жилой фонд. А теперь они в процессе своего депутатства, условно говоря, имеют возможность там при определенных условиях, имеют возможность получить это жилье в собственность. Особенно забавно было то, что одно из условий было такое, если у них нет квартиры в Уфе. То есть если у депутата в Октябрьском там 7 квартир и 15 домов, но в Уфе у него нет дома в собственности, он имеет право получить и 8-ю квартиру в Уфе. То есть вот такая логика. Ну, неплохо. Здорово. Да, почему бы и нет. Давайте перейдем к теме Шиханов. Общественное движение, Шихан Куштау. Вот что вы думаете по поводу выдачи лицензии, в принципе, и об общественном движении, потому что сейчас много кто подключился. Вот как это, к чему может привести? К сожалению, этого общественного движения на самом деле не существует. Много кто подключился, это заметные люди, несколько десятков или там, может быть, сотни человек, которые в Фейсбуке, ВКонтакте еще где-то подключились к этому флешмобу. Серьезного реального противостояния процессу не существует. Вот это меня очень печалит, в том смысле, я много раз говорил о том, что, ребята, смотрите, СОДА действует очень слаженно, очень конструктивно, в определенном смысле, то есть я имею в виду с точки зрения принятия решений, у них есть план, они по нему идут. Они получили вот эту секретную лицензию. По определенной договоренности, некоторое время она держалась в секрете, пока тут выборы, значит, дорогого Ради Фаритовича не отгремели. Потом это все всплыло, мы увидели эту лицензию, выданную там вот когда-то за сколько-то месяцев до выборов. Тоже очень симптоматичный момент, да? Теперь мы получаем вот сейчас на днях заключение о том, что вот в зоне разработки запрашиваемой, значит, компании не существует, например, археологических ценностей, каких-то захоронений, памятников и так далее. Да? Это институт археологии РАН. Да, Московский институт. Они им заказали исследования, те замечательные исследования провели. Меня настораживает то, что все это делается всегда. Сначала они получают печать, потом ее показывают. Они не говорят, что вот мы сейчас заказали исследование, потому что есть уже, раздаются голоса о том, что, смотрите, участок ограничен так, что ближайший археологический памятник находится, например, в 80 метрах. Ну, представьте себе, гигантский, котлован, там роют, взрывают, вывозят там 80 метров — это мало. Да, 80 метров, такого, да, до археологического памятника. В другом случае 120 метров, есть еще 400 метров, то есть вот три, которые мне известны. Это сразу первые вопросы вызывает. Дальше. Достоверность этого исследования, потому что уже говорят о том, что есть Куштауский клад, есть огромное количество найденных там, артефактов каких-то, я не утверждаю, я цитирую, да, то есть все это вызывает сомнения. К сожалению, сформированного, структурированного движения за защиту Куштау в Башкирии не существует. И все вот эти флешмобики и прочая вся история, это там 50% пиара, 50% борьбы. Но ведь из малого все складывается. Может быть. Но не всегда малое побеждает. А что тогда можно назвать общественным движением? То есть я пока не вижу общественного движения. Нет, а что можно назвать общественным движением? Общественное движение — это существенная сила, это существенное количество людей, вовлеченные в определенную структурную деятельность, когда есть какое-то руководство и так далее. Да? А сейчас, я имею в виду хотя бы руководство неформальное. Я не говорю, что нужно там должности раздать, джипы и пиджаки. Но речь идет о том, что это пока не движение, это пока взвешенное в атмосфере общественное мнение неизвестно какому количеству людей присущее. А вот у СОДы у них все четко, у них все по полочкам, они идут по плану. И скоро они документально и фактически и законно докажут, что все это делать можно. И вот тогда начнутся крики и так далее. Но вот меня все-таки смутило, что не был опубликован технический отчет. Да, там есть много нюансов интересных. Получена лицензия, и она была закрыта на некоторое время. Сейчас не опубликован технический отчет. Археологи, которые работали многие годы на Куштау, когда узнали, что вот это исследование будет проводиться, они связались с этим институтом РАН, им обещали, что в сентябре, когда будут исследования проводиться, их привлекут, и когда они в августе позвонили, им сказали, а исследование уже провели. Вот такой интересный был нюанс, да? То есть, вроде как это все в рамках закона. За это нельзя ни посадить, ни осудить, ни отказать в этой экспертизе. Но вот эта лукавость, она присутствует. А делается ли это все ради вот этих дивидендов, в принципе, больших, там, 3 миллиарда рублей правительство Башкортостана получит? Нет, давайте так. Все это делается ради денег, да?
То есть сода — это вообще такая штука, которая делается ради денег. Много или мало 3 миллиарда дивидендов для Башкирии на фоне, там, по-моему, 37% собственности, да? Да. Не знаю. Отчетность соды тоже так же сложно читаемо, как и бюджет Республики Башкортостан. Может быть, это много, а может быть, это малая часть того, что мы должны получать. Я не знаю. Вот этот момент тоже надо как бы объяснять. Когда говорят 3 миллиарда, конечно, для обывателя 3 миллиарда – это какая-то сумасшедшая цифра, да? А для республиканского бюджета это вообще ни о чем, например. Да? То есть, сравнительно. И так далее, да. Ну, сравнительно, смотря с чем сравнивать. Угу. Вот. Это всего половина Уфимской набережной. То есть вот это немножко лукавость подходов, вот эта вот поверхностность подходов и поверхностность выдачи информации, она четко прослеживается в вопросах СОДы, в вопросах Куштау, в вопросах отношений Хабирова к этим всем вещам, это точно. Продажа фонда, здания фонда жилищного строительства, недавно об этом было объявлено, вот аукцион, да, по продаже объекта культурного наследия «Дом торговый». Вот что вы об этом думаете? Как можете прокомментировать? Я полагаю, что это, ну, какая-то такая, в общем-то, история разорения определенного, да, от этой вот организации ФЖС, если уж им приходится продавать собственное здание, собственный офис. Совершенно непонятны результаты деятельности фонда жилищного строительства, особенно в контексте решения проблемы обманутых дольщиков. Mm-hmm. Там какие-то прозвучали обещания по Миловскому парку. Оказывается, ФЖС очень сильно должен ли к фонду. Очень сложная история, я до конца в ней не разобрался, и для меня тоже было удивительно вот это объявление о продаже офиса. Обычно это случается, ну, как бы уже совсем в крайней какой-то ситуации, когда уже нечем там покрывать долги или вообще как-то исполнять свои обязательства. Пока не знаю. Ну, а как это может отразиться на обычных людях? Ну, если там все так плохо, что приходится продавать здание, то, возможно, речь, конечно, идет об неисполнении там вот этих планов по решению проблем обманутых дольщиков, вот так может отразиться. Но на остальных простых людях, например, на мне лично это никак не отразится, да? Наверное, я надеюсь. Так что, ну, это некая реорганизация ситуации. Там, я думаю, что ФЖС, если они продают офис, то в скором времени зайдет речь о ликвидации вообще этой структуры. А мы без нее возможно, сможем? Возможно, так. Да мы и могли без нее много лет, и сможем без нее. И mm-hmm. так далее, да, то есть вообще эта история должна быть частной, то есть я имею в виду строительство и контроль должен быть со стороны государства иначе выстроен, а тут мы сейчас, мы допускаем вот эти дикие нарушения, вот эти все обманутые дольщики, потом при помощи государства начинаем решать эту проблему, потом государство, значит, как-то так проторговалось, что приходится собственные здания продавать самому себе, опять же, mm-hmm. да, ну вот это вызывает вопросы, да, то есть кто наиболее вероятным покупателем называют, что, опять же, государство купит сейчас этот офис. У государственного предприятия государство купит из бюджета, в бюджет будем перекладывать. Вот эти манипуляции, они слегка настораживают.